Конституция Республики Таджикистан была принята 6 ноября 1994 года путем всенародного референдума. Таким же путем в нее были внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999 года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года. Мы, народ Таджикистана, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества, сознавая свой долг и свою ответственность перед прошлым, настоящим и будущими поколениями, понимая необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государства, признавая незыблемыми свободу и права человека, уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставя задачи создания справедливого общества, принимаем и провозглашаем настоящую конституцию. Глава 1. Основы конституционного строя. Глава 2. Права, свободы, основные обязанности человека и гражданина. Глава 3. Маджлиси Оли. Глава 4. Президент. Глава 5. Правительство. Глава 6. Местные органы государственной власти и самоуправления. Глава 7. Горно-Бадахшанская автономная область. Глава 8. Суд. Глава 9. Прокуратура. Глава 10. Порядок изменения Конституции. Переходные положения. 1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Таджикистан вступают в силу после объявления результатов всенародного референдума и со дня их официального опубликования. 2. Законы и другие нормативно-правовые акты, действовавшие до внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, действуют в той части, которая не противоречит принятым изменениям и дополнениям. 3. Выборы президента подряд на 2 срока, предусмотренные частью 4 статьи 65, начинаются по окончании полномочий действующего президента. 4. Члены Маджлиси Мили, депутаты Маджлиси Намаян Дагон и члены правительства после вступления в силу изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан в установленном Конституцией и конституционными законами порядке приносят присягу. Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 1. Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. Форма правления Республикой Таджикистан является президентской. Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Республика Таджикистан и Таджикистан являются равнозначными. Статья 2. Государственным языком Таджикистана является таджикский язык. Русский язык является языком межнационального общения. Все нации и народности, проживающие на территории республики, вправе свободно пользоваться своим родным языком. Статья 3. Государственными символами Таджикистана являются флаг, герб и гимн. Статья 4. Столица Таджикистана – город Душанбе. Статья 5. Человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. Статья 6. В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти, которую осуществляет непосредственно или через своих представителей. Высшим непосредственным выражением власти народа являются всенародный референдум и выборы. Народ Таджикистана составляют граждане Таджикистана, независимо от национальности. Ни одно общественное объединение, политическая партия, группа людей или отдельная личность не вправе узурпировать государственную власть. Узурпация власти или присвоение ее полномочий запрещается. Право выступать от имени всего народа Таджикистана принадлежит только президенту. Маджлиси Мили и Маджлиси Намаян Дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан на их совместном заседании. Статья 7. Территория Таджикистана неделима и неприкосновенна. Таджикистан состоит из Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов, районов, поселков и сел. Государство обеспечивает суверенитет, независимость и территориальную целостность Таджикистана. Пропаганда и действия, направленные на разделение единства государства, запрещаются.
Порядок образования и изменения административно-территориальных единиц регулируется конституционным законом. Статья 8. В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического плюрализма. Идеология ни одной партии, общественного и религиозного объединения, движения или группы не может быть признана как государственная. Общественные объединения и политические партии создаются и действуют в рамках Конституции и законов. Религиозные объединения, отделенные от государства, не могут вмешиваться в государственные дела. Создание и деятельность общественных объединений и политических партий, пропагандирующих расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, запрещаются. В Таджикистане запрещается деятельность политических партий других государств, создание партий национального и религиозного характера, а также финансирование политических партий зарубежными государствами и организациями, иностранными юридическими лицами и гражданами. Статья 9. Государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Статья 10. Конституция Таджикистана обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Государство и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики. Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международным правовым актом, применяются нормы международных правовых актов. Законы и признанные Таджикистаном международные правовые акты вступают в силу после их официального опубликования. Статья 11. Таджикистан, осуществляя миролюбивую политику, уважает суверенитет и независимость других государств, определяет свою внешнюю политику на основе международных норм. Пропаганда войны запрещается. Таджикистан, руководствуясь высшими интересами народа, может входить в Содружество и другие международные организации, а также выходить из них, устанавливать связи с зарубежными странами. Государство сотрудничает с зарубежными соотечественниками. Статья 12. Основу экономики Таджикистана составляют различные формы собственности. Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе и частной. Статья 13. Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, животный и растительный мир и другие природные богатства являются исключительной собственностью государства, и государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа,